еще раз здравствуйте, и теперь уже добрый вечер, фестиваль! Добрый вечер! Нас стало чуточку больше. Я призываю всех, кто собрался здесь сегодня вечером, приходить не только на наши вечерние концерты, но и на наши дневные конкурсные мероприятия. Я понимаю, да, это некоторое испытание прийти сюда в 3 часа дня под настоящим болгарским солнцем, но это фестиваль, это конкурс, и посмотреть на своих соперников всегда очень интересно. Давайте мы начнем вот с какой информации. Нашу программу на сегодняшний вечер. Какие номинации будут у нас сегодня представлены? Итак, во втором нашем сегодняшнем отделении номинация «Народное творчество, хореография», возраст 9-12 лет. Следующая номинация «Народное творчество, вокал, соло», 17-25 лет. «Народное творчество, ансамбли», 9-12 лет. «Народное творчество, хореография», 13-16 лет. «Народное творчество, ансамбли», 13-16 лет. Народное творчество ансамбли, смешанная возрастная категория. Народное творчество хореография, смешанная возрастная категория. Вот примерно план наш на сегодня. Ну и, конечно же, как обычно, наш конкурсный вечер, как и все остальные вечера, закончится дискотекой. Уже, наверное, на рассвете. Но, так сказать, мы не остановимся ни перед чем. Хочу представить вам наших судей. Они были здесь и в первой половине, и вот их становится все больше и больше. Появляются новые номинации, новые судьи приходят на конкурсные мероприятия. Итак, под ваши аплодисменты Игорь Задорожный, солист Белорусской государственной филармонии, солист Академического народного оркестра Белоруссии имени Женовича, лауреат международных конкурсов и фестивалей. Денис Карлюк, хореограф, постановщик, лауреат международных конкурсов, художественный руководитель театра эстрадного танца «Феликс», организатор международных фестивалей и конкурсов. Ребят, как-то вы очень слабенько аплодируете этим людям, от которых зависят, на каком же месте вы окажетесь буквально через несколько дней. Аплодисменты должны быть намного громче. Григорий Данчак, генеральный директор и музыкальный продюсер компании Music Star, продюсер эстрадной певицы Венеры. Ольга Карлюк, музыкант и исполнитель, народные инструменты, дирижер, организатор международных фестивалей и конкурсов, лауреат международных конкурсов инструментальной музыки. Юлия Дегтярева, инструментальный исполнитель, лауреат международных конкурсов и фестивалей. Павел Пашковский, главный звукорежиссер национальных отборочных туров «Евровидение» и «Новая волна» в Республике Беларусь. Генеральный директор компании «Хороший звук». Музыкальный продюсер концертного агентства «Концерта Гроссо». Александр Александров, профессионал, хореограф, постановщик народных танцев, лауреат международных конкурсов. В этом году отметил свой творческий юбилей – 45 лет на сцене. Юрий Митяев, педагог Варнинского университета, факультет хореографии, специальность народная хореография. И я представляю вам нашего председателя жюри. Это Наталья Чавко, режиссер межгосударственной телерадиокомпании «Мир», дважды лауреат национального телевизионного конкурса «Телевершина», лауреат международного телекинофорума «Вместе», лауреат российского фестиваля «Живое слово», участник документального показа «Листопад». Ну что, вот те люди, от которых зависит ваша судьба на ближайшие несколько дней. Громкие аплодисменты нашим судьям! Ребята, огромная просьба. Мы сейчас очень замечательно расположились. Сейчас солнышко чуть-чуть сядет. И все, кто у нас со стороны сцены стоит, кто у нас уже оттанцевал или их выступление чуть-чуть попозже, перемещаться в наш зрительный
зал. Вот эта вот площадка перед, она предоставлена для всех папарацци, видео и фоторежиссеров разных коллективов, разных стран. Ну что ж, а мы начинаем нашу конкурсную программу, вторую ее часть. Итак, начинаем мы с номинации «Народное творчество, хореография, возраст 9-12 лет». И начинает нашу вторую часть образцовый ансамбль танца «Потешки». Разговор со счастьем. Ваши аплодисменты! Счастье вдруг в тишине постучалось в дверь. Неужели ты ко мне? Верю и не верю. Падал снег, плыл рассвет, осень моросила. Столько лет, где тебя носила? Вдруг как в сказке скрипнула дверь, все мне ясно стало теперь. Столько лет я спорил с судьбой ради этой встречи с тобой. Мерз я где-то, плыл за моря, знаю, это было не зря. Все на свете было не зря, не напрасно было. Ты пришло, ты сбылось, и не жди ответа. Без тебя как жилось не на свете этом. Тот, кто ждет, все снесет, как бы жизнь ни била, лишь бы все это все не напрасно было. Вдруг как в сказке скрипнула дверь, все мне ясно стало теперь. Столько лет я спорил с судьбой ради этой встречи с тобой. Нёсся где-то ближе моря, знаю, это было не зря. Все на свете было не зря, не напрасно было. Вдруг как в сказке скрипнула дверь, все мне ясно стало теперь. Столько лет я спорил с судьбой ради этой встречи с тобой. Потешки, город Бобруйск, Республика Беларусь. Следующими на нашу сцену я приглашаю студию эстрадного танца «Глория». Танец с лучинками. Встречайте. Готовится образцовая хореографическая студия «Росток».